Это скорее не деловой визит, а встреча старых друзей. На юбилей завод «Уником» пригласил в гости представителей 36 компаний, как российских, так и зарубежных. Но здесь не только акулы большого бизнеса, но и местный священник. Отец Владимир говорит, что вместе с руководством завода он вот уже 12 лет занимается социальными проектами. Таких руководителей не так много, их единицы. Знаю только вот из личного примера двух руководителей, где в первую очередь заботились о своих подчиненных, обустроили их рабочие места, а в последнюю очередь они обустроили свой кабинет. На «Уникоме» сейчас работают 325 человек. Директор предприятия Алексей Солодовников знает каждого из них. Говорит, «Уником» – это одна большая семья, девиз которой: «Если работать неинтересно, забирай трудовую и освободи место». Правило или это закон? Сейчас на заводе 6 цехов, где производят более сотни различных видов продукции. А ведь начиналось все с одной комнатки в ангаре, где работали всего 5 человек. Теперь этот ангар превратился в цех номер один, где стоит оборудование на миллионы долларов. Человек тут участвует только на стадии установки в магазин заготовок и на стадии снятия готовой продукции. Гостям показывают весь цикл производства нефтепромыслового оборудования. За годы работы «Уником» получил более 10 патентов на изобретения. Уникальные разработки создавали здесь, в конструкторском бюро. Сейчас инженеры готовятся освоить технологии, которых еще нет в Свердловской области. У нас есть 2D-моделирование, 3D-моделирование. Куда дальше? Дальше шагнем, наверное, в приобретении 3D-принтера. Будем пробовать моделировать уже готовые модели. А аналогов оборудования «Уникома» нет не только в области, но и в стране. Как, например, этот аппарат под названием «Экструдер» в полимерном цехе. А этот роботизированный комплекс на участке производства осей зарубежные коллеги с удивлением снимают на сотовые телефоны. Это действительно уникальное оборудование, потому что я посещал очень много заводов, которые производят осевые агрегаты. Ну, признаюсь, технологии у всех разные. Подобная технология я видел только здесь. Она действительно надежна. Если посмотреть на все то, что делается сейчас на предприятии, своими глазами, сюда не стыдно привести ни президента, ни премьер-министра любой страны и показать, что может Российская Федерация. Гордость завода «Уником» на выставке под открытым небом. Это высококачественное оборудование, способное выдержать самые суровые погодные и природные условия. А этот экспонат, хоть и не последнее слово технологий, здесь особенно дорог. Как говорит один из первых клиентов «Уникома» Валерий Кузнецов, он помнит, как на нем работали, когда все начиналось. Я помню, что здесь был один ангар, делали какие-то резинки, мы приезжали, а покупали. Вот это было давно, и вот я поражен, что вот столько сделано, столько выстроено, да, это же движение вперед, каждодневный труд. Секрет успеха первоуральского предприятия – это действительно 15 лет упорного труда. Как шутит Алексей Солодовников, 25 часов в сутки, 7 дней в неделю. Сейчас первоуральский завод сотрудничает с сотнями различных компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл», «ТНК БП», и многие другие. Мы считаем, что это только начало пути. И успех, и то, что мы сегодняшний день достигли, это только благодаря желанию, только благодаря усилиям, только благодаря кропотливой работе всего коллектива. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, НТР ТВ.